Всем привет! Сегодня у нас порванный тросик сцепления. Будем менять. Откручиваем вот эту вот гаечку на 8. Вот она. Открутили. Поднимаем педаль до максимума и снимаем тягу верхнюю с педали. Для того, чтобы снять вот эту верхнюю тягу с педали, нам нужно снять для начала фиксатор. Вот, значит, сняли стяжечку, пружиночку. Сразу ее откладывайте, чтобы не потерять. Теперь спокойно снимайте тягу. Идем под капот. Смотрим, что у нас творится здесь. Здесь у нас творится вот такое безобразие. Вот он наш оборванный тросик. Вот она вилка. Теперь, значит, чтобы нам снять тросик, здесь нам уже откручивать ничего не надо, так как у нас здесь все оборвано. Нам нужно ослабить вот эти вот гаечки. Здесь ключиком держим. Ключ на 17. Здесь ключиком откручиваем. Теперь, после того, как мы открутили, освобождаем тросик. Тянем вверх. Все, тросик у нас готов. Теперь нам нужно его вытягивать из салона. Точнее, вытягивать внутрь салона. Теперь тросик вытаскиваем вот отсюда, из скобы. Все, тросик у нас высвобожден. И вытягиваем его. Здесь вот она, такая резиночка. Тянем. Теперь вытаскиваем его уже окончательно и бесповоротно. Такой вот у нас стоял тросик в силиконовой оплеточке, но не выдержал он, так сказать, напряга. Ну, собственно говоря, установка та же самая, только в обратной последовательности. Вот, вот так вот у нас выглядит новый тросик. Вот такой вот новенький тросик. Сейчас мы его будем продевать. Теперь заводим тросик на место. Значит, чтобы было проще, одеваем вот этот вот наконечник сначала на тягу педали. Значит, после того, как вы одели тросик, заводите его сюда, и теперь нам нужно ставить вот эту часть, так сказать, на место. Ставится она довольно-таки тяжело, в смысле, с натягом, но ставится, поэтому здесь отчаиваться не нужно, если с первого раза не получилось. Все, стало она у нас на место. Теперь одеваем стопор на место, вон туда, и закручиваем гайку на 8. Теперь берем тросик, продеваем его вот таким вот образом. Теперь протягиваем тросик в вилку. Ослабляем. Вставили мы вот этот
стопор в вилку. Вот этими вот гайками мы регулируем натяг педали. Так как вам нужно, главное, чтобы вот эта резиночка была прижата к вилке, вот этими гайками регулируете натяжение тросика. То есть вот видите, я кручу, он отходит. Собственно говоря, когда вы отрегулируете, вы контрагаете его второй гаечкой и затягиваете уже вот здесь гаечку на 17. В общем, опять же, каждый регулирует сам так, как ему больше нравится. В общем, всем спасибо за внимание. Всем пока.